тебя видеть, а? Да, каждый твой приезд... Меня! Каждый твой приезд – это... Позитив? Позитив всегда. Всегда на позитиве человек. Вот. Там и блог такой же весь позитивный. Не могу отпустить без подарков. Знаете, у меня такой вопрос после выступления Богдана.
Миша у нас сегодня ведет прямой эфир. Всем покажет, расскажет, будут все это обсуждать. Всегда есть рядом человек, который очень волнуется, снимает. А вот здесь ребятки сегодня наводят самую красоту. Здесь девочек превращают в шикарных красавиц, на которых потом очень приятно. Да вот у кого что? У кого о чем? Тут можно не подглядывать, тут они не прячутся. Ну, в общем, самые красивые девушки сегодня здесь, и они будут на сцене. Так что давайте все в тренажерочку. Всем привет! Сейчас Кирюха вам расскажет про такие классные вещи, я себе реально уже хочу взять. Приветствую, Кирилл. Слушай, ну давай подробненько. Что, чем, зачем, почему и для чего? Представляем, у нас новый препарат Артнео, инновационный. Почему инновационный? Он содержит коллаген второго типа, не денатурированный. То есть он не всасывается в кишечнике. Он тренирует иммунную систему, когда проходит через кишечник, и снимает иммунное воспаление в суставах. То есть такой добавки вы не найдете ни в аптеках, ни в магазинах спортбита. Это инновационный. Плюс сюда же входит МСМ, витамины С и Д и бастрелевые кислоты. Что еще? Что еще интересного есть? Ну, препарат Витофер. Да, тоже отечественный препарат, никуда жилет. То есть это еще и наше, да? Да, да. Никаких проблем с санкциями нас не коснутся? Нет, нет, ценник достойный, есть в аптеках. Вот сейчас, значит, в магазине спортбита тоже будет появляться. Значит, здесь витамины группы В, В6, В12, фолиевая кислота и железо, так необходимое нам. Отлично, а что еще интересного? Аскорбинка, смотрю, это для чего? Это витаминка С? Да, для поддержки, так сказать, суставов. Она входит и туда, кстати. Где можно заказать, купить, приобрести? Это есть в Е-аптеке, пожалуйста, есть в любой аптеке, в том числе вот в Краснодаре, на всем юге, да, по всей стране. Да, кстати, мы южане, мы с Краснодара. Юг рулит. Да. Ну что? Так что очень рекомендую. Спасибо, Кирилл. Спасибо. Вам удачно сегодня себя представить. Побольше, максимально, чтобы все были здоровы. Мне надо тоже, кстати, взять для своих суставчиков. Молодые танцоры, они тут везде. Вот они наяривают. Шестерка литеров, рост до 173 сантиметров. Всем привет! Расскажи, пожалуйста, что вот это такое? Что это такое? Расскажи! А это у нас сиропы без сахара. Мы выставлены совсем недавно. Занимаемся продукцией для спортсменов. Наш представитель Эль-Кармикин. Отсутствует полностью калории и за нашу новинку, за органику. Полностью без горечи. Это очень круто. Ну, давайте попробуем. Давайте что-нибудь вот типа малинки, я не знаю, или граната. Короче, я сейчас попробую без сахара, с каретином, креатином, кринитином и так далее. Можно просто с водичкой, можно газированной водичкой. Вам а как хотите? А вы как? Не знаю. Кстати, обалденно. Сушничок убивает. Красота. Очень рекомендую. И не газированный гранат. Сразу по-другому вообще. Прям отличается. Шикардос будет. А если творог еще добавить протеина, вообще отлично даже получается. Бомбяо, бомбяо, ребята. Рекомендую. Сладкое без сахара.
Три шага вперед. Поворот направо. Следует указание судьи для участников. Шоколадка, да? Да. Пахнет шоколадкой. Прям шоколадка. Прям натуральная шоколадка. Ай, я подарок. Люди удивляются, привыкли, что препараты. Да, да, прям шоколадка, да, классно. Да. А так, а этот какой идет? Это клубничный. Клубничка, да? Ребята, клубничка, ну клубничку все любят. Вот мне кажется, чуть-чуть концентрата не хватает, чуть-чуть послаще бы. Но наоборот, легко. А нет, знаешь, вот послевкусие наоборот хорошее. Компоненты протеин. А нет, послевкусие наоборот вот сейчас лучше даже. Как-то вот сейчас вот даже приятнее даже. Нет, честно, вот послевкусие прям такое прям. Ну а какое нравится, шоколад или клубника? Они разные, но вот говорю, вот послевкусие офигенно. Ну это самое главное. Да-да-да. Нет, шоколадка, но она прям шоколадка. А вот клубничка, это прям клубничка. А еще какие есть у вас? На дегустацию сколько? Так, это получается витаминки идут, да? Это которые шипучки, наверное, таблетки, да? А Мишки и Валар, это получается детские они, да? Витамин D3 там идет. А, это как жевательные пастилки идут. Так что вот, ребятки, если что, имейте в виду. Магний, все, тут омега, тройная омега, а четвертная есть омега? Фрутилар. Мишки и Валар еще, смотрите, это с черешниной, да? Вот так вот. Весь набор сладостей, вкусностей, и все это прям обалденно, обалденно.
серебряная медаль. Борьба была между участницами из Беларуси и Москвы, Россия. Две участницы не награжденные, 2 балла составила разница в оценках судей и серебряная медаль. Решение судей в номинации «Фитнес-бикини» до 158 см рост получает Татьяна